Салют всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на сериал Зомбеты. Второй сезон прям супер как отличается от первого и очень круто. Классно то, что они все в итоге продумали, и сценарий, и по съемке, короче, все круто решили сделать, и получилось довольно-таки неплохо. Однозначно просто. Второй сезон куда круче первого. За это лайк. Лайк за это. Что нас ждет в этой серии, интересно? Я уже видел там вот этого. Что такое? Не понял, кто это. Это, походу, мы сейчас в будущем, да? Вообще, первый сезон начинался с того, то, что там какую-то кассету типа смотрели. Спасибо. И в итоге так и не смогли найти. Доброе утро, шеф. Вакцину. Как наш успех? Мы провели опыт на 3 испытуемых, и результаты положительные. Отлично. 3 испытуемых. Здравия желаю, товарищ майор. Все. Садись. Давай без этих официальностей. Договорились. Ну, какие новости у нас? Новости отличные, товарищ майор. Извините, виноват. Ничего, привыкнешь. И? Тут у нас посетитель, которого мы так долго ждали. Запустить его? Ну, конечно. Запустите образец 3719. Прошу. Я тогда вас оставлю. Да, спасибо. С первого сезона. Вроде. Ну. Здравствуй, Макс. Чё, пытать будете? Да ладно. Разве я похож на такого человека, а? Все, что мы хотим, это помочь всем людям. Впихивайте дешевый цитрамон людям. Слушай, Макс, ты можешь обидеть меня, но не моих ученых. А ты знаешь, сколько они работали над этой формулой? Бог знает. Ладно. Тогда на этом наши пути расходятся. Серьезно, я свободен? Как ветер в летнюю ночь. Точно? Да? Ну, спасибо. Сейчас мир изменился. И мы должны как-то приспособиться. С вами или без вас. Что за образец? Привяжем ее? Я должен кое-что сделать. Без этого никак? Без чего? Тима! Сука! Ты чего? Тима, ты чего? Тима, нет! Тима! Это же Сабина! Это же Сабина! Ее же можно привязать!
Классно играет. Я видела, что происходит, если их связывать. Это не поможет. Надо бы что-нибудь сказать. Да я не умею. В общем, прости, что так вышло. Наверное, изначально надо было нормально к тебе относиться. Прости за подругу твою. Прощай. Че, не решился? Может, отпустим ее? Пускай бегает себе. И людей жрет. Не обязательно же людей, это животных всяких. Нельзя и так. Нормально все будет, брат. Мы через такое проходили, через такое впервые. Дима? Да, я знаю, да. Сейчас я сделаю. Нет, Дима, смотрите. У нее что, это? Иммунитет. Что? Иммунитет. Похоже, что вы от меня просто так не избавитесь. Ощущения другие совсем. Тело не слушается. Боли не чувствую. На запахи, изображения. Здесь все совсем по-другому. Как? Не могу описать. Я как будто по запаху чувствую все, что происходит, лучше, чем вижу. Надо привыкнуть к этому. Если у тебя иммунитет, это наш шанс доставить тебя в лабораторию и спасти людей. Надо найти Мару и Тилю. Может, дождемся их? За это время они бы давно вернулись. Надо идти за ними. А чего, кушать ей не хочется? Хотя, нет. К тому же парнишке не хотелось, наверное. Рус, давай быстрее. Лучше вы спереди идите. О, ты что, боится твоя внука? Забывайте, что у нас Мара с Тилей непонятно где. Шатки. Я что-то нашел. Ну-ка, понюхай. Здесь был Мара. С ним кто-то еще. Ищейка. Туда. Аккуратнее, аккуратнее. Здесь запах усиливается. Я чувствую много людей. Людей? Не знаю. То, что я не могу сказать. Хорошо, только давай аккуратнее. Охренеть. У них тут что, целое поселение, что ли? Они так быстро развиваются. Смотрите.
Это они! Эй, Рус, это что, Тилия с Марой? А зачем они их в плен взяли? Мы хотя бы знаем, где они. Что будем делать? Надо обойти периметр и посмотреть, есть ли безопасные входы и выходы. Всех ели, а этих в плен взяли? Оставайтесь здесь. Эй, ребят! И убери ее! Дима! Что происходит? Я тоже хотел спросить, что с нею? Твое какое дело? Блядь, ты еще разговариваешь? Конечно, разговариваю. Куля, тогда выглядишь как зомби. Это долгая история. И че? Кто-то куда-то торопится? Мы вообще где? Мы в клетке. Мы все в клетке с этой зомби. Это не прикол, пацаны. Я не зомби. У нее иммунитет. Че за иммунитет? В ее организме есть антитела, которые не дают этому зомби-вирусу распространяться. С помощью ее крови можно сделать вакцину и спасти всех людей. Это все из-за венерической хуйни? Дебил, я и не болела. Нет, ты же говоришь, что у нее букет! Нет, не из-за этого. Теперь успокойся. Блять. Короче, они зомби себе их взяли, чтобы, ну, типа, хавчик был охуенный. Я так понял. Кто-то объяснит мне, что тут происходит? Как я понял, есть люди с иммунитетом, мозг которых зомби-вирус не поражает. Сабина одна из них. Чего они ее к себе не взяли? Она из этих? Нет. Они какие-то другие. Непонятно вообще, откуда они взялись. Все произошло совсем недавно. Подозрительно как-то это все. А он у вас Джимми Нейтрон? Слышь? Ты думаешь, друзья будут такого? Джимми Нейтрон, блин. Вспомнил, конечно. Когда-то мы тоже были друзьями. Да, Тиля, я все понимаю, но он прав. И раз уж мы в одной клетке и надо выбраться, то нужно держаться вместе. Слушай своего друга. И шляпа все. У нас есть план? Да, есть. Вчера мы ночью начали рыть подкоп. Вчера ночью рыли мы. Сегодня роете вы. Слышь, ты вообще спал, блин? Рот закрой. Кого брать? Пацаны! Пацаны, помогите, пацаны! Пацаны! Помоги! Туша! Помоги! Че, теперь успокоились? Лет вертолета не видел. Стой, они нас заметят. Эти не просто зомбаки, они умнее. Ну. Если прилетает еще один вертолет, тогда у вас будет время копать. Еще один вертолет? Объяснишь ему? Ночью пролетал вертолет, когда мы и начали копать. В смысле? Когда пролетают вертолеты, они куда-то уходят. Интересно, чей это вертолет?
Ебани-бобани, блядь. Не пойму, куда они все время летают. Тима. Что-то, брат, я этому тучу вообще не доверяю. Какой-то он слишком добрый. Да, я тоже. Но у нас нет выбора. Чтобы выбраться отсюда, надо ему поверить. Хорошо. Но, бля, как выберемся, жестко оно будет. Я тебе помогу. За полковника, Ван Гога и его жену. Брат, так ты и кровь, и на моих руках тоже. Пацаны, в наших руках не так много крови. А если об этом задумываться, то можно с ума сойти. А пока у нас есть шанс все исправить, надо им воспользоваться. Хоть даже такой. Так вот одного понять не могу, прикинь. Чего? Сфига ли Рус таким умным стал? Да он такой и был. Надо его просто чаще слушать. Русик, Русик. Сука. Тоже поспала, отдохнула. Да я не могу заснуть в этом состоянии. Не, не встаю. Все хорошо. Походу опять начинается. Кого-то из вас? Короче, если не хотите, чтобы забрали вас, сегодня копаем и валим отсюда. С какого фига мы должны верить себе, а? Придется верить, как в старые, добрые времена, большой брат. А может нам тебя отпиздить и тут оставить, а? Чтобы сбежать самим, вам придется меня убить. А я так громко запою. Это нашим друзьям-зомби так понравится. Ну а как закопал? Все. Они ушли. Надо выбираться. Яма слишком узкая. Надо еще откопать. Ничего страшного. Я худенький. Я пойду первым. Эй, совесть имей. Девушек для начала пропусти. Ты же нас кинешь. Че-то Рус, походу, не пролезет. Пусть пойдет. А если их увидят там зомби? Их же сожрут. А? Ладно, иди. По-любому. Оттуда кто-то должен же помогать. Туча. Ну, не дай бог ты нас кинешь, туча. Я тебе глотку перережу, понял? Не кину. Чё там? Бедный Рус. Блядь, я застрял. Нужно увеличить яму. Бля, ползи назад! Ни за что! Копайте! Копайте быстрее! Быстрее, быстрее, ребята, быстрее! Копайте! Копай. Быстрее, быстрее!
Тихо, тихо, тихо. Сука, блядь, туча. Быстрее, давайте. Да вы раз уже. И так понятно, что все. Ну что, пролазите? Кто там следующий? Давай, Сабина, ты следующая. Давай быстрее. Туча, ты что там, кукурузу охраняешь, блядь? Давай, пролазь, пролазь, Сабина. Давай, давай, давай. Давай, Сабина. Помоги ей. Стой! Нога застряла! Туча, тяни давай! Расширяй, с той стороны! Нога застряла! Просто вытащи ногу ее! Че, кричишь? Ты же не чувствуешь ничего, а? Она сказала, я ничего не чувствую. Давай, давай! Ну чё-то концовка вообще смазала, смазала. Но круто. Так, начало я так и не понял. Ну, короче, это не будущее, а наши дни, получается. И это, походу, та самая лаборатория. Но какое-то время непонятно, когда все это произошло. Не сказано. Вот. Сабина с иммунитетом. Неплохо, неплохо. Окей. Ладно, хоть он в нее не выстрелил. Так, она сказала. Давай послушаем. Похоже, что во тьме просто... Я как будто по запаху чувствую все, что про Жених. И не другие совсем. Ощущения другие совсем. Тело не слушается. Боли не чувствую. Боли не чувствую. Так какого черта ты орала, как будто тебя режут в конце? Боли она не чувствует. Вот это косяк. Такс. Зомбаки все-таки поймали Мару, даже Тилю. Не показали, к сожалению, как Тилю поймали. Я еще думаю, че, камон. Тебе что-то там, кстати, этот... Какого черта, типа, зачем они их в заложники взяли? Это было непонятно мне. Смотрите, этот... Зомбаки-то даже работают, представляете? Они там что-то копают землю. Только непонятно, что они хотят сделать. Но они копают. И причем в нескольких местах. Рус, конечно, пипец. Ладно, эти тоже попались. В итоге их посадили под замок. Это вообще... Я просто в шоке с этих зомбаков. Что это за зомбаки такие умные? Фиг знает. Ну, прикольно. Так, и непонятно, как они выбирают. По сути, ну... Вы что, еще придирчивые, что ли, какие-то? Это супер реально похожие зомбаки на людей.
становятся. Только, типа, людоеды. Ну, я не знаю, если бы я был зомби, я на первого попавшегося просто прыгнул, забрал бы его и все. Ну, то есть, получается, на Тиму. Вот. Эту Сабину он не прочувствовал что-то. И в итоге крайнего они забрали. Стремно быть крайним. Странный был обход вообще. Короче, я этого не понял. Будет ли объяснение, фиг знает. Вот. Так, у пацанов раскопки ведутся. Какой-то странный вертолет летает. Ничего не понятно вообще. Кучу вопросов эта серия подарила. Вот. Туча, конечно, ну, классно играет персонаж, актер этого, да, актер классно играет, персонаж вообще хороший, вот, ну, прям вызывает эмоции. Крыс, конечно, своего еще толкнул, ну, как бы о своей шкуре заботится, конечно, типа. Так, момент с ямы, это, конечно, пипец. Ну вы когда копали, что, не видели, что там вообще она узкая? У вас, блин, РУС там. Вы же все вместе копали. Как РУС будет выбираться? Я понимаю, что он, конечно, похудел чуток. Но, камон, если бы они копали как для РУСа, чтобы он еще пролез, тогда бы вообще все с легкостью вышли оттуда. А тут этот даже застрял, кое-как вылез, и пустили Сабину, и она зацепилась ногой. Ну скажи, я ногой зацепилась об что-то. Ну двинься ты назад, вперед, я не знаю как, чё. Чё пацаны там копают, непонятно. Они как будто возле себя чисто. Там уже, ну если так посмотреть, то там надо вот так вот залазить внутрь, чтобы откопнуть, потому что, ну... Показывают кадр то, что у нее там ноги, а рук-то не видно, а они же в этот момент тоже там что-то копают. Потом следующий кадр показывают то, что они там руками-то копают. Вот. Вот этот момент мне не очень понравился. А, они, наверное, просто перед собой типа упирают. Хотя какая разница, там надо проход сам выкапывать. Вот. И самое стрёмное, это то, что Сабина начала кричать от боли. Мне больно, типа. Вот это самое стрёмное. И чё ты так боишься, если они не чувствовали рядом с тобой, ну, тебя, типа, тебя обнюхали уже, и ты не проканала. Нафига ты орёшь? Вот это вот я вообще не понял. Так. Всё это, походу, какая? Девятая, да? Остался финал. Десятая серия. Посмотрим, чё кого. Как вам? Что скажете? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.